и она и ее друзья. Первый сезон. Так. Первый сезон, вторая серия. Спасение, первая часть. Пока Яна сидела и хотела поесть суши, папа с Крошем начали играть в теннис. Но вдруг делалось что-то странное. Какой-то был взрыв. Все были в шоке. Даже Крош и папа. Папа пошел к Яне в гости и решили проверить, кто сделал взрыв. Яна читала. Это сделал динозавр. Динозавры всегда делают взрывы. Но Яна прочитала. И Яна училась у чоп-чоп мастера Лука кунг-фу. Поэтому Яна это может делать. И у нее такая суперсила. Конец первой части.